Митинги в Кёльне закончились туристическим кризисом. Из-за скандала с нападениями на женщин путешественники отказываются от поездок на запад Германии. Туроператоры теряют тысячи евро. Иностранцы звонят и отменяют поездки. Напомню, в новогоднюю ночь около 100 женщин стали жертвами домогательств. У многих жительниц города выхватывали телефоны, отбирали сумки, приставали на площади. Она находится как раз между вокзалом железнодорожным и Кёльнским собором, главной достопримечательностью города. Девушки описывали нападавших как мужчин с арабской и африканской внешностью. После этого в городе прошли демонстрации. Столкнулись сторонники и противники политики открытых дверей. В Германии вновь заговорили о кризисе с мигрантами, отношении к беженцам. Однако немецкие власти предостерегают от ненависти к переселенцам. Нападения в Кёльне вызывают отвращение и тошноту. Мы должны принять меры против преступников. Не женщинам надо менять поведение в нашей стране, а мужчинам, которые напали на них.